Всем привет, с вами братуха, 18 часов 16 минут, где-то мои задерживаются, даже не звонят. Сегодня у нас 22 октября, я до сих пор нахожусь на больничном, у меня что-то там болит, короче. Так, заходим в игру, стараемся. Сегодня поступила информация, что упали серваки на ПК-платформе. Вот, потом вроде что-то восстановили, но лагает просто ужасно. Открываем, давайте, сундучок. Шоколадно. И специальное предложение у нас здесь есть. Здоровски. Обалденное предложение. Так, и в принципе все. Никаких других новостей нет, кроме как вот этой. Охота века. Артефакты 28-28. Ребят, последнее задание, которое мы можем выполнить и получить ту самую 1000 золотых монет. Сразу скажу, ребятухи мои дорогие, что открывать я буду в операции. В операции буду открывать я 1000 золотых вот этих монет. Сейчас я получить их не могу. Я буду открывать на стриме. На канале Братуха Лайв. Ребят, и на стриме веселее. Я понимаю, что не все смотрят стрим. Это очень много времени. Но просто открыть, это уже, ребята, не весело. Дело в том, что не все призы доставляют удовольствие. Его каждый приз, который ты получаешь, там тот же Орочи, его надо качать. И качать его надо не только одного робота, его надо качать вокруг, ауру ему прокачивать. А это надо пилота, дрона, бомбандона и так далее, и гандона. Понимаете, это непросто. Разработчики сделали так, скорее всего, что робот теперь в простом состоянии на первом уровне, на первых порах ничего не может. Вот, то хп не хватает, то что-то скорости там, то туда, то сюда. И сюда, и туда. Вот, и туда, и сюда, туда, сюда. И вот такая вот история, ребята. Так что, получая робота, я буду испытывать настоящие эмоции только на канале Братуха Лайв. Так что, вот. Единственное, что можно попробовать сделать, это на каждом стриме в описании, то есть, вернее, не в описании, а в комментариях на каждом стриме или в описании, провести, короче, тайм-код. Понимаете, поставить. Где вы можете кликать на какую-то там циферку и попадать именно вот туда, где открывается сундучок. Хорошая идея, я задумаюсь об этом. Поставьте, пожалуйста, лайк и комментарий. Хорошая идея или нет? Вот так, вы согласны прийти, потыкать там 15-я минута, бах, сундучок открываем, голосуем, вау, веселимся. Вот там, бах, 35-я минута, сундучок открываем, веселимся. Вот так я, в принципе, готов. Ну, и смотрю, у нас Б-категория для братухи открылась. И прямо сейчас получим эти пушки. А вот сейчас вот мы Dread Scout получили. Оно, вот видите, все приятно, да? Ревенанта получили. Кстати, у нас есть обычный ревенант и еще 3000. Один день премиума аккаунта мы получили. Тоже очень хорошо, полезно. 1500 энергоблоков мы получили, батареек. 100 платины, у меня сейчас стало 3200 платины. Вот, 3274. Вот, и 1000 ключей сразу взяли, смотрите. Бабам, вообще шоколадно, да? Давайте сразу, пока свежо предание, зайдем 9 дней. Сейчас 50% добавления идет. Новость такая выскочила. И мы за 1000 откроем сундук. За штукарь. Крутится, вертится. Моим зрителям подарочек дай. Опа, 5000 голды пролетело мимо, но тоже неплохо. 10 миллионов серебра, потому что снайер уже есть. Продать его стоит дешевле.
А серебро, ребята, зашибись. Но 5000 голды, это было бы просто замечательно. Шкала, дернулась шкала. Вот здесь не хватает нам еще 1000, 2, 3, 4. Да, примерно 4000 не хватает, но в операциях столько мы не набьем. Черный рынок быстро закончится. Что у нас дальше идет? Там 13 миллионов серебра. Вот у нас уже обалденно уже. Почти 100 миллионов накопилось. Миллион 600. 1600 голды. И 150 платины, ребята. Кстати, смотрите, какая ситуация. Я, если прохожу до 15-го прямо на стриме, то мы можем открыть еще 2 сундука золотых. Обалденно. Ну и последняя пушка Снайер. Такие, я бы сказал, бы призы. Ничего ценного здесь не вижу. Но тот, кто хотел, например, Ревенанта добрать по деталям, пожалуйста, получилось. Пушки Снайеры, пожалуйста, добирают. У меня сейчас ничего не стоит на прокачке. Орочий у меня уже прокачался до 11 уровня. Вот, качать его дальше я не знаю. Действительно, ребята, сама прокачка у нас стоит 70 миллионов. При скидке в 25% будет где-то 52 миллиона стоить. Ну, то есть, сразу понимаете, да, полсумма улетит отсюда. И он будет до 12 уровня прокачан. Потом его надо переводить в МК-2. Вот, но я думаю, что все-таки надо хоть какого-то робота качать дальше, дальше и дальше. А потом уже будем разбираться по поводу пушек. Возможно, мы прокачаем Равану до МК-3. Возможно, мы прокачаем Ауджана МК-3. Вот, возможно, мы прокачаем Еребуса дальше. Вот Еребуса, наверное, лучше, чем Ауджана и Равану. Вот Еребуса, наверное, качнут. Я вообще думаю, если будет скидка 25%, то Эребуса быстренько качнуть, тут потратить лямчиков там 40, да, а потом за 52 лямчика поставить качаться Орочи. Вот такая вот у меня возникла идея. Но комментарии ваши тоже очень приятно читать, где вы вот таким образом высказываете свою точку зрения, что качать также еще. Приятно, что вы задаете вопросы на YouTube-канале, на которые я, кстати, не всегда могу ответить. Потому что вот поступил у нас комментарий последний. Ответьте новичку, Теро129 спрашивает. Вот у меня 750 жетонов особой поставки есть. Вот в особой поставочке у него есть жетоны. 750 жетонов. Они пропадут или все-таки какие-то призы дадут, ребят? Потому что как бы вот у меня стольник есть, что-то я сомневаюсь, я не помню, чтобы мне давали какой-то приз. И потому что не хватало. Я не помню. 750 жетонов, если есть, ребята, при заканчивании вот этого всего ивента. Дадут или не дадут? Вот ответьте, пожалуйста, парню под никнеймом Terus129. Terus129, привет тебе, приветос. Также еще Эксилимус спрашивает: привет, бро, если бы у тебя встал бы выбор Эребус на вайперах или Джан на вайперах, кого бы выбрал? Ребята, я выбираю Джан на вайперах, а вы бы кого выбрали? Ну, из тех, что вот предоставляется по выбору. Дальше. В принципе, все, скидки, я не знаю, там смотрел, не смотрел. Операцию мы все получили. Так, бустеры давайте активируем. И пойдем в бой уже там. Вот, уже тут у нас бустеров 108 бустеров. Так. Такое ощущение, что бустеры передвинули. Потому что я помню, активировал здесь и здесь. А теперь вот здесь. Скорее всего... Это у нас повышенная ХП, а это у нас быстрая скорость роботов. Вот, а эту новый. Что-то вот это горит, новая еще непонятная шляпа. И тут тоже новый. Что-то снова новые бустеры какие-то, что-то новая картинка или что.
кто знает, ответьте, пожалуйста. Вот, на атаку тоже у нас новую, смотрите. Ну ладно, все, в принципе, ух, 99 бустеров горит у нас здесь, смотрите. В наличии, прям вот покой не дает мои бустеры. Ну да, горят, и что дальше, все. Мы увидели, перестало гореть, перестало. Да, блин, ну что ж, вперед на смерть, что там? Поехали драться, выводить роботов, как говорится, в бой. Надо 12 вроде роботов вывести, и мы 1000 золотых получаем. Равану, я думаю, надо вывести. Равану. А, блин. Способность сработала. Ай-яй-яй, противник там ушел. Какой-то парень даже что-то в меня стрелять не стал. А, понятно, у него акустика. Я думаю, что за больной? А, да ну нафиг, вы что меня так раздолбали? Обалдеть. Вы смотрите, что происходит, ребят. Убейте его. Вы что, там, серьезно, что ли? Кто такой тут летает? А вот тот смешной чекер, который на акустике. Что-то вот в фантома нифига не попал урон. Обалдеть. Я нажал аптечку, и она прогорела просто так, потому что... Дерзкий Блиц. Кстати, один из парней написал: братуха, ты можешь отыграть на Блице? На что я не помню, что это за никнейм. Я на что ответил, что я не могу, потому что у меня нет прокачанного робота Блица, ребята. Вот. Пишите разработчикам, пусть дают. Если вам надо, пусть дают. Будем играть. Да, ёкарный бабай. Я вот так вот и офигеваю. Дуэль, правда, парень голову повернул нифига не на меня. Обалдеть. Ладно, давайте выводить титана в бой уже. Хватит с ней меняйчиться. Ребят, ну это какой-то уже беспредел, я не знаю. Пускай парень сдохнет, что ли там. Не зацепило. Прямо я такое ощущение, что стоял и получал всю мощь Красной Армии. Сейчас что-то тоже меня прямо глюкнуло. Походу всех роботов решил вывести братуха за один бой, все 12. Вот, такое тоже бывает. Видите, парень собой пожертвовал. Коррозия, ребят, только коррозия. В больших дозах помогает красноперам найти свое место. Ревенант. Блин, у меня 2 секунды.
Как у него долго щит работает. Это ужасно. У меня всех роботов поубивали. Я 6 засчитается в этот раз. Да там такое ощущение, что мы всасываем прям конкретно. Сколько абсорберов можно включать этому парню? Можно 2 абсорбера по 70 тысяч поставить, да? Это интересно, я так и не думал об этом. Будет ли они работать одновременно? Что-то очень нам больно. Очень-очень. Блин, я его даже не застанил. Но щиты я ему очень круто снес. Блин, опоздал. Блин, да никак не помочь. Он еще и выжил. Обалдеть, ребята. Он еще и выжил. Всех размотал. Я прям не помню, на чем он был. Если дойдем, увидим. Все, мы проиграли. Просто, просто бомба. Обалдеть. Обалдеть. 3 ляма 500. Я в топе. Бабах. Хороший был бой. Но мы проиграли. Черт. Ха. Такое бывает. В принципе, да, блиноч. По операциям, помните, я говорил, какая-то там операция. О, уже 670. Представляете? 15-е, да? О, 670, да. То есть получится у нас 1400 на стриме. Шоколадно. Будет много сундучков. Вот, что выпадет, то выпадет. А мы идем в бой. Пш, на смерть. Зато я все 6 роботов вывел в бой. Все засчитались. Поиск игроков. Ну, давай. О, тут Орочи. За маяками надо бежать. Орочи, Орочи, Орочи. Беглец. Вперед. О! Только прыгучий шел может это сделать. Давай, давай, давай. Главное, стой подольше. Принимай побольше. Представляете? Обалдеть. Просто к шеллу подошел.
и получил плюху. А потом он просто меня слил. Все, минус робот. А, тут играют две рушки. Зверюшки. Все, мы проиграли. Хотя они играть не умеют. Сейчас будет удар по пацану. Блин. Пацан не промах. Успел убежать. Ох, лагает. Где он находится? Блин, удар дали. Думаю, надо сбегать к ним на базу. Ой, блин, ударился. К ним на маячок. О, шоколадненько. Будет телепортироваться ко мне. Смысл? Конечно, будет. Перезарядка. Астрохренос. Сюда приперся. Ой, тут меня вдвоем завалили. Ой, что-то я вообще охренел. Я один, что ли, пошел? Ё-моё, ребят, вы что гоните? Улетел бы он нахуй вообще куда-нибудь в канализацию. Было бы вообще огонек. Какие там уже фафниры по счету? Завалили. Да. Печально. Два прокачанных пула, походу, да, раздолбали наш рандом. Все, проиграли. Из-за двух гандов. О, но. Ну и как так, ну? Ой. 540 тысяч. Опа, сундучок бронзовый дали. Не, серебряный. Как ни старайся, как ни старайся, вот из-за двух УЙО, как говорится, супер крутых менов, вот, которые прокачаны до желтизны, прямо поссать негде, они даже титанов, походу, не берут, блядь. Вот, они прокачаны до желтизны на снегу, посмотрите, как обоссанные, прямо снег обоссанный, знаете, желтые такие, вот они такие желтые, блядь, все, понимаете, вот, кроме вот этого. Но в этот хоть на минусе бегает. Ну, вот так вот, блядь. Вот, понимаете, такие прокачки вдвоем выходит рандом, валят и дальше пошли ее. Единственное, что их может остановить, это фул взвод какой-нибудь. Вот. Ну что ж, неприятное поражение. Ничего тут, как говорится, серьезного я не увидел. То есть боя серьезного не было. Просто было избиение рандома двумя прокачанными огрызками. Вот и все, так что
Печально, конечно. Ну ладно. Давайте дальше в бой. На смерть. Орочи возьмем. Опять два маяка брать надо. Так, Прибалт играет за нас. Заноза. Мистер Заноза, блядь. Называйте его мистер. Вот. И у нас что-то там, блядь, взвод. Пиздец. Приехали, ребята. Взвод. Опять взвод, как говорится, да? Ну, тут токсины прокачанные. Что тут мне тут с нуклеонами делать, якобы? Моему роботу тут делать нехер, блин. То надо, походу, сливаться просто и все, блядь. Или, ну да, выводить всех роботов. И пипец. Как всегда, разработчики не могут ничего сделать по-людски. Странный какой-то... А, я думал, это шел. Он вообще урон не получает. У меня кому-то тараны выключили просто. Бариан 78, смотрите. Я вот сейчас что-то начал получать урон. Одни щиты. Одни щиты. В робота когда-нибудь-то попадем, мы нет. Я всю обойму в щиты захерачил. Всю обойму в щиты, понимаете? Из 10 патронов 2 только в робота попали. Это ужас какой-то. Да я что за ним, дурак, бегать буду? Он делать нехуй, он за дайлером бегайте там. Шел бегает, блядь. Моя, да нужен ты нам, блядь, цикло. Блядь, спря, прячется, смотри. Цикуля, блядь, прячется. Ё твою маму, блядь. Наградить цветами же такого цикуля. О, пошел, смотрите, в атаку, блядь, цикуля. А, когда он свою залупу включил, все понятно. Ну и что, и вот его щиты тут полчаса разбирать. А, пойду лучше щиты разбирать. Там, бля, ручи. Ну, давай, встанем и... Где он? А, ну он уже здесь, да. Великая вещь, телепортация, блядь. Наконец-то! Наконец-то затрепал. Давайте, вперед, вперед, вперед! Сейчас победим, целый клан победим. Да блин. Вот что у него абсорбер успел включиться, я не понимаю. Хадес или что? У него даже хпш не упало. Такая вот камера у нас в игре. Не, вообще не видишь, в какого робота он стреляет. Вот, нагло лезет, смотрите. Как танк прет. Какой-то слабенький орочек. Денег, видимо, не хватило докачать до ума.
А у меня перезарядка. Ну, что-то долго они нас убить не могут. Уже 5 минут бой длится, мне надо робота выводить. Кинул. Какая приятная игра. Посмотрите, игра в Robots. Командные бои. Против рандома. Скачивайте, ребята, игру. Вступайте в клан. Донатьте пару почек в игру. И будете вот так вот бегать, убивать рандом. Отличная реклама. Игра в Robots. Нагибай толпу. Создавай взвод Росгвардии и хуярь толпу. Все, крутые роботы кончились. Пошли не крутые. Ну понять, что по 5 уже по 5 антифайеров они не могут поставить. Просто жопа. Вообще, как приятно. Прошлый бой поимели. Сейчас, блядь, поимели. Мне кажется, две рушки нас быстрее убили, чем этот калека взвод. Я вам серьезно говорю. Я еще, блин, 3 ляма успел набить. Посмотрите. Калечный взвод, вот этот, калечный клан, я не знаю, что за клан, уё, титаны, блядь. Ребят, вы нихуя не титаны, вы блядь, у вас, думаю, было 2 рушки, отпиздили бы вас всех 5-ром, прямо, я вам серьезно говорю, вот всех 5-рых бы у вас рушки бы поимели бы нахрен за 5 минут, а вы 5 минут рандом разламывали, блядь, рачьё. Понимаете, блядь, а все равно же лезут, все равно же вот, рачье, а рандом нагибает. Понимаете, какая история? Ну что ж, вот она, 1000. Вот мы 1000 получили. Кстати, не смогли получить, да, чуть-чуть не хватит. Потому что мало очков чести, потому что против кланов играешь. Ну и вот, в принципе, 1100 у нас есть. Заходите на канал Братуха Лайф. Там будет открывание этих автобусов. С вами был Братуха. Подписывайтесь на мой канал. И главное, не обижайтесь. Если я вас в игре отпоносил, насрал вам в кабину вашего робота, насрал прям реально вам в кабину, то тут не к Братухе проблемы. Вот эти вот выяснения отношений. А идите к пиксоникам, которые вам, взводам, кланам, дают рандом. А я играю в рандоме. Вот, пусть вам дают нормальных, как говорится, обоюдно хороших противников. Не таких вот, как мы, лузеры в рандоме. А вот, например, 2 рушкам вот этих 5 коллег-титанов, да. Вот, и пусть они 2 на 5 долбят друг друга куда хотят, понимаете. Потные карточки устраивают. Мы в рандоме вообще не должны страдать. Но пиксам по барабану, абсолютно по барабану. Страдаем, не страдаем, им похер. У них все хорошо, у них все в порядке. Продажи упали, жопа, ну ничего страшного, блин, все в порядке. Нельзя говорить, что все плохо. У нас все в порядке, все в порядке. Игра в робот, скачивайте игру, играйте, возвращайтесь. Ничего не лагает, все в порядке. У нас все в порядке. Самая лучшая игра, самая лучшая компания Pixonic. Самое лучшее, ПДСМ, очконики, масоники, самая лучшая компания, это пиксоники, просто самая обалденная команда. На самом деле, я думаю, они только умеют бухать и отрываться лучше всех. Как работать, так это не к ним.